Всем привет! Сегодня мы рассмотрим на обзоре нож от польской компании Jackson. Ну или, наверное, так. Вот. Компания занимается конкретно рыболовными товарами, то есть крючки, удочки, и сделали вот такой вот рыбацкий нож. Нож аналог моры. Даже по ножному так вот, в принципе, люди не особо в теме могут подумать, что это мора. Выглядит вот так. Ножны, пластик с подвесом для ремня и отверстием для стека воды. Нож имеет на лезвии логотип производителя и хромированное покрытие. Также имеется вилка, которая, в принципе, с большего предназначена для сдирания чешуи с рыбы. Ну, нож, в принципе, мне понравился. Хорошая прорезиненная рукоятка, дает хороший хват. Нож сразу из коробки довольно острый. Ну, не бреет, конечно, но режет, по крайней мере, бумагу хорошо. Вот. Ну, учитывая... Бумага, что ли, размок? Учитывая, что нож находится в ценовом сегменте моделей до 10 долларов, я считаю, что это довольно неплохая модель за свои деньги. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Пока.